Итак, в регионе продолжается проверка детских оздоровительных лагерей. Она проводится по личному распоряжению губернатора Дмитрия Миронова. В этот раз комиссия отправилась в лагерь «Дружба» под Борисоглебским. Проверяли санитарное состояние жилых помещений и пищеблока, обеспечение необходимыми медикаментами. Приезд ревизоров во главе с зампредом областного правительства Игорем Селезневым для руководителей лагеря стал неожиданностью. В ходе осмотра нареканий у комиссии не возникло. Отмечу, за лето комиссия проверит абсолютно все места массового детского отдыха в области. Одна из основных задач правительства на это лето – сделать детский отдых безопасным, чтобы территория летних лагерей была действительно территорией безопасности. Пока все очень прилично. Мы нарушений грубых не обнаружили. Мы не могли их, я надеюсь, и дальше увидеть, потому что все детские лагеря имеют паспорта безопасности, все они принимались комиссиями. Наша задача, чтобы и в пришкольных лагерях, и в загородных лагерях сохранялась безопасность. Поэтому мы ездим с инспекцией, с правительством Ярославской области, и с ГИБДД, и с МЧС, проверяем все, чтобы соответствовало безопасности.